Всем доброго утра! Вернее, у нас уже не утро, даже не 10 и не 11 часов, у нас уже 12 часов, я да? Я знаю, у меня было уже давно показано. Да? На часах. Да. И мы поубирали... Мама, папа да, сейчас иду. И мы за это время поубирали в кладовке, проснулись, а у нас дождь идет, и мы здесь помыли полы, ну я вымыла пол, мы здесь все вынесли, все убрали, все вытерли, мама, да. Теперь будем делать... Да, мы же решили, что ниже же телек-то будем смотреть. Ну да, по-моему, хорошо будет сидеть. Иди сюда. А ну накрути его на гайку. Что хотела сказать, что мы проснулись, и у нас дождь. Прям с утра, в общем, дождливая погода. То он прекращается, то начинается, и мы решили заняться уборкой. Сначала в кладовке, вот теперь вот под навесом. Покажи, что вам папа купил. Химию. Химию. Это все химия. Точно. Поэтому мы сварили борщ с уточкой. Только уточка инвалидная какая-то была. А сам ест инвалидная, да? Мама с папой еще кукурузы нам подсветили. Кто это вышел на прогулку? Не ты? Ну как тебе погодка сегодня, сыночек? Расскажи. Плохая. Плохая? А мне кажется, хорошая. Посмотри на меня. Тебе, по-моему, хорошо, нет? Хорошо тебе, ребенок? Ты же всегда мечтал свои красные сапожки-то выгулять по лугу. Сижу не вдвоем под детскими зонтиками. У меня машинка. Это точно. Ходим под дождем, как будто мы дети. Ну, мы-то опять с тобой в первый класс пошли. Конечно, никуда не уходим. Еще на футбол и на карате сижу. Слушайте, умылась, лежу. Сегодня день сурка. Прям такой настоящий день сурка, когда я просто лежу с открытым окном и слушаю, как идет дождь, клацаю телефон и засыпаю. Вот, в общем, ничего не делаю. Но это круто. Иногда очень круто обняться всей семьей и посмотреть танцы. Просто полежать под телеком. Это тоже, короче, сближает. А потом еще поклацать телефон перед сном. И пойти пообниматься с мужем. Это обязательный пункт. Все, всем спокойной ночи. Простите уже за такой лентяющий влог, но мы сегодня обалденно поубирали в кладовке. Под навесом не доубирали. Вот сижу, не прикрепил телек, доску. Теперь будем писать не на меловой доске, а на вот этой маркерной доске. И все, и больше ничего там не сделали. Вот. Целый день идет дождь. Я вывесила белье, оно там полощется уже не знаю сколько. Ну, пусть полощется, хуже не будет. Здесь сейчас открытое окно. Я слушаю, как идет дождь. Так что все, всем спокойной ночи. Вообще настроение супер. Вот, люблю свою семью. Всем до завтра. Что-нибудь наснимаю завтра. Надеюсь, будем попродуктивнее, поинтереснее, поживее. В общем, завтра увидимся и посмотрим, как пройдет воскресенье.